центре Иртыши начался сбор урожая. Эта компания стартовала с Павлодарского района. Скороспелые культуры картофеля и моркови уже развозят с полей Черноярки на прилавки городов и районов. О первых показателях урожайности в следующем материале. 240 гектаров посевных площадей крестьянского хозяйства «Родник» располагаются на территории Павлодарского района между Сычевкой и Чернояркой. Из них под картофель задействовано свыше трети земли. Уже как две недели здесь активно идет уборка раннего картофеля. Срок созревания картофеля зависит от множества факторов. В первую очередь это непосредственно сорт картошки, климатические условия, а также почва, где растут клубни. Этот сорт «Коломбо» созревает примерно в течение 60-65 дней с момента посадки. Как мы видим, спустя два месяца картофель приобрел как товарный, так и потребительский вид. Чтобы не падал балбонитет почвы, в КХ соблюдает положенный севооборот. Несколько недель назад хозяйство приобрело новую поливочную систему «Валей». Благодаря этому скорость созревания клубней увеличилась. Крестьянам государство уделяет субсидии на гербициды, удобрения и погашение кредитов. Впрочем, есть некоторые расходы, которые могли бы быть компенсированы. На посевную и уборочную компанию дистопливо поступают удешевленным на 20%, однако на полив горючее приходится покупать без скидок. Полив самый большой расход дистоплива идет у нас, культивация, все вот этого нет. Химия, обработка, все тоже дистоплива на это не выделяется. Вот последние бензовозы покупал, 2 литра, прямо по 200, 198 тенге за 1 литр. Несмотря на холодную дождливую весну, а также жаркое лето, урожайность скороспелки здесь хорошая – 32 тонны с гектара. Отсюда картошку везут, как правило, в Павлодар и Экибастуз. Часть урожая экспортируется в Восточно-Казахстанскую и Карагандинскую области. С полей картофель продается по 90 тенге за кило. Но у нас с каждым днем цена все уходит и уходит. От того, что чем больше накапываем, чем больше крестьян начинает копать картофель, цена и падает. Недалеко от полей КХ «Родник» расположились площади другого хозяйства, специализирующегося на посадке моркови. На 20 гектарах засеян сорт скороспелки. Посевную начали с 15 апреля, а уборку начали приблизительно неделю назад. Первый показатель урожайности у нас с гектаров получается 30 тонн. Это хорошие показатели ранней моркови. Морковь у нас сорт «Абака». Эта морковь-гибрид хранится недолго. Впрочем, это единственный минус данной культуры. В плюс можно записать сочность и содержание множества полезных веществ. По словам управляющего хозяйством Станислава Зданевича, около 80% урожая уходит на экспорт в другие регионы. Остальной продукт идет на рынки Павлодарского Приртышья. С полей морковка уходит по 180 тенге за кило. Причину скачка цены на морковь урожая прошлого года агроном объясняет просто. На самом деле цены поднялись, потому что моркови мало. В том году была сильная засуха, в этом году сильная засуха. Многие пересеивались, тратили деньги на семена, на соляру, на технику, на дистопливо. Поэтому такие цены. По какой стоимости будет реализовываться морковь в этом году, сформирует конъюнктура рынка. Пока же новый урожай должен снизить цену на этот продукт. Александр Смирнов, Юрий Белевский, Иртыш Акпарат из Павлодарского района.